Когда-нибудь вот в чем вопрос. И сегодня ответ на этот гамлетовский вопрос мы получим здесь, в столице Эквадора, в городе Кито, на стадионе Олимпико Атуальпа. И вопрос этот актуален для сборной Аргентины. Быть или не быть на чемпионате мира в России? Сегодня Аргентине составы команд. Итак, Эквадор. Под первым номером в воротах Бангера. Третий Арболеда. Четвертый Веласко. Под пятым Ренато Ибарра. Шестой Рамирес. Восьмой Ромарио Ибарра. Автор гола, кстати, ворота сборной Чили в предыдущем матче, если позволят нам это сделать футболисты. Ромеро под первым номером в воротах. Второй Габи Меркадо. Под шестым играет Билья. Седьмой Бенедетто. Восьмой Перес. Десятый Лионель Месси. Одиннадцатый Анхель Ди Мария. Под четырнадцатым Хавьер Маскерано. Пятнадцатый Маркос Акуньес. Мира в России 25 очков. Столько же у перуанцев. По 26 набрали колумбийцы и чилийцы. 28 у команды Уругвая, которая... Поехали! Как вы уже, наверное, догадались, да? Главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли. А пока следим за этой атакой. Удар! И Эквадор открывает счет! Эквадор открывает счет! Это Ромарио! Тот самый Ромарио, который забивал ворота сборной Чили в предыдущем матче сборной Эквадора. И сейчас сразу же в самом начале матча он отправляет мяч в сетку ворот. Серхио Ромеро! Что творится? 1-0. Сборная команда Эквадора выходит вперед. Эквадор. Сегодня вышел в стартовом составе представитель Бенфики. С мячом пока что капитан аргентинской команды Лионель Месси. На нем Фалят. Справа играет Сальвио. И слева под 15-м номером Маркос Акунья. Сейчас подача в штрафную площадь. Момент. И здесь чуть-чуть сборная команда Аргентины. Месси, передача Ди Мария, в касание покатил мяч, но немножко не точно, хотя по геометрии и под большим вопросом ее участия на чемпионате мира, такая легкая истерика началась в Аргентине. И Ордоньес, Месси, Ди Мария, удар, а может быть такой полупрострел, но опять здесь уже на сей раз не успевал к мячу. Это, по-моему, неплохо. Касание. Месси. Ди Мария. На Месси. 1-1. Лионель Месси. 12-я минута. Эквадор, Аргентина. 1-1. Лео Месси. 1-1. Какая сумасшедшая у нас сегодня игра, а? Я думаю, вам нравится, но мне тоже. Вот так вот. Но надо... Сибальос вступает в отбор, срубает соперника. Ну и, так скажем, на грани желтой карточки. А почему же на грани? Нет. Желтая есть. Дальний удар, опять рикошет. Скоро на попадание на чемпионат мира. Месси с мячом. Входит в штрафную площадь, удар, и в игре голкипер сборной Эквадора Максимо Бангера. Забирают мяч эквадорцы. На встречных курсах пошла игра, да? Классный его партнер Эвер Банега был менее заметен. Было очень мало помощи. Ну, к тому же Лионеля Месси, да, и, в общем-то, замена напрашивалась. Но на поле почему-то выпустил Сампаоли Фернандо Гага, который часто Месси попадает в стенку. Линия, да. Но они на скамейке запасных. А Месси с мячом. Удар, гол! Удар, гол! Гол, 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 гол! 2-1 сборная Аргентины выходит вперед. Лионель Месси. Лионель Месси, которого многие подвергали критике. Про которого многие говорили. Вот, дескать, он сборной Аргентины. Газеты, да. Маскерано должен был выйти на позиции опорного полузащитника. А в центре обороны сыграть пас. Но после того, как стало известно, что Валенсия не сыграет
В стартовом седу Иордонис может побороться. Подача. Вот в матче против чилийцев. Так, ну и здесь очередное нарушение правил, очередная грубая игра. Но это типично для... Сейчас довольно опасно подбор за Эквадором, удар станет легче. Сегодняшний сбор до Аргентины. Батиста такого не наблюдает. Месси сделал классную передачу на Ди Марио. Но проходит этот первый тайм. Удар! Удар в створ. Разворачивался Лионель и получил по ногам. Еще один штрафной мы увидим. Навес. По нынешнему отборочному циклу, я думаю, что не совсем так. Ну что ж, свисток на перерыв дает судья сегодняшнего матча Андерсон Дарон. Лионель Месси, который забил два мяча ворота Эквадора. Да, можно Уругвай выигрывает со счетом 2-1 у Боливии. И таким образом, на данный момент, да, сегодняшнего матча Алессандро Альваро де Матосу, бразильскому рефери, ассистенты, точнее, Андерсону Доронко, да, ассистенты Алессандро Альваро де Матос и Фабрисио Виллариньо. Поехали! Второй серия у сборной Аргентины. Нарушение правил, но это желтая, конечно же. Это желтая карточка, все совершенно верно. Маркус Акуня получает предупреждение в составе сборной Аргентины. Это первое предупреждение у аргентинцев. В атаке пока что сборная Эквадора. На опережение удачно пока играет здесь Отаменди. И очень удачно. Мяч у Месси под левой. Удар! Он гений! Он просто гений! Хет-трик Месси! И Аргентина одной ногой на чемпионате мира в России! Лионель Месси! Вот это да! Вот это Месси! 3-1! Сборная Аргентины выигрывает у Эквадора. Но сейчас, конечно, поувереннее заиграют аргентинцы. Получает мяч Лионель Месси, уходит от арбаледы и перекидывает через голкипера. Какой же он крутой! Но я думаю, что все вопросы по этому отборочному циклу, не буду я, конечно, забегать вперед. Будет играть, что называется, на поле. Заброс на Месси. Тот хитро. Подача. И вот такой вот. Навес. Ну, все-таки Ибара. Не ушел мяч за боковую, я что-то не понимаю. Еще раз смотрим. И, возможно, и не ушел, да? Пока что в атаке. Эквадор в атаке. Это Ромарио оставляет мяч Рамиросу. Подача в штрафную площадь. И удар по воротам состоялся. Эстрада первым был на мяче. В очень жесткой борьбе с Николасом Отаменди. Например, Конмебол. Или на каких-то других порталах. Хотя это один и тот же человек. То есть полное имя надо смотреть. А здесь досталось Лионелю Месси. Досталось Лионелю Месси. Поаккуратнее. А просит обходиться с волшебником Андерсон Доронко. А с тем, кто будет основным центральным нападающим Хорхе Сампаоли. Хотя, судя по этому матчу, наверное, определился. На газоне Учуари. А приложил его здесь Маскерано, ну а Маскерано, в свою очередь, приложил арбитр, а показав ему желтую карточку. Лионеля Месси. Веласко. Штрафную. Удар. Вот тебе и успокоились, да? Отвечает не Эстрада. Можно, что называется, выдохнуть.
Передача. И четвертый будет ли? Нет, не попадает. Мауро Икарди в ворота. Но уже довольно острый угол был здесь. Справедливости ради скажем, что не так-то просто было. На чемпионат мира в России. Так, поздравляем сборную команду Аргентины. 28 очков набирают аргентинцы. Выполняют они свою задачу, выигрывают со счетом 3-1 на выезде у Эквадора. И хет-трик волшебника Лионеля Месси. Спасибо всем, кто смотрел в ночи этот эмоциональный, этот напряженный, этот супер матч. В первую очередь, конечно же, я, например...